Магадан, участок, серия 116-я, 115-я серия Мурманск-Магадан. В этой серии будет пройдено 75 километров. Александр VII. Судя по вашим видео, по этому обходу Мариинска вы ехали первый раз. Я ехал по навигатору обычно, всегда проходил через город. Ну а при использовании Яндекс.Навигатора он предложил два варианта. Короткий, это в объезд, и ну, чуть по, дальше, по, чуть побольше, это через, через Мариинск. Поэтому проехал Мариинск по объездной. Да, ехал первый раз. Так, Женя Адамс что-то спрашивает, я не знаю. Танкист Вася указывает время 24:15. Господи Боже, это как скример было. Я же дернулся до ужаса, так спокойно едете и бум. Это серия 111. В тумане, значит, ну, двигался медленно. Там меня догоняли. Фарами мигали, чтобы ехало быстрее. Ну, для кого время – деньги, пожалуйста, обгоняйте. С левой стороны вопросов нет. Я, для меня время – жизнь. Вот такая простая философия. Ну, что я могу сказать? Вот с такой манерой движения в тумане как можно быстрее. Ну, закон Дарвина никто не отменял. Я никому не советую, не рекомендую, особенно в условиях ограниченной видимости, вести себя безумно на дороге. Да, впрочем, как и при хорошей видимости тоже. Так, больше
комментариев с запросов нет, поэтому приступаю к обработке 116 серии. Там будет вставки, две фотографии. Это город Канск. Так что смотрите. До конца пытался уступить мне дорогу. Я это понял. Кондиционер, температура за бортом 24. Кондиционер направил на видеорегистратор, чтобы охлаждал немного. Показывает чуть больше полбака, запас хода 480.
стекло помою. А как мне от тебя избавиться-то? Свободное место в баке. Так, где мои очки? Сейчас посмотрим. Так, 15 литров свободно в баке. Это хорошо. Сейчас пройдут фуры. Стекло, наверное, стало получше. Так, пройдено 304.
Ребята, сегодня на стоянке две сестры, коллега попросил проинформировать, чтобы опасались принимать еду в кафе на трассе между Ащинском и Канском под названием, что с Кавказом связанное, точно не, он не назвал. Вот, траванулся, еле живой остался. Попросил передать на трассе всем. Отличная дорога, 2 на 2. Она недолго была. А нет, пока тянется.
Thank you.
как-то больше груз. Это флот.
году это было. Специально. Ты в окно смотришь, нет зеркала. Выносная камера стоит там, фиксирует скорость, тут останавливает. Может, какой-то коммерсант. Сейчас же разрешили. Солнце бьет по глазам справа. Очень некомфортно.
камера коммерсанта. Ну а дальше будем ожидать гаишника. Ограничение 90, двигаемся
Сожа. Там останавливались. Это, оказывается, Сож пытались расшифровать. Что такое Сож? Сож. Были смешные расшифровки. Но оказывается, все гораздо проще. Это название реки в Белоруссии. Но нас еще ждет Канск. Лаборанты, говорю, долбанные, которые берут анализ асфальта дорожного полотна, бурят дырки, образцы изымают, а дырки не заделывают. В итоге вот такая фигня. За такие фокусы я бы штрафовал. Так, а где же это?